Хорватия — это не только море, но еще и много очень-очень красивых гор. Это гора Биокова. Ну или, по крайней мере, горный массив. Здесь жили хорваты. Вот эти все каменные дорожки — это все их следы. Они тут наложили террас и выращивали, возможно, оливки, может, еще что-то. Там виднеется остров Брач. И город Макарска. Дорожки отличные, чтобы на велике кататься. Уверен, скоро испытаю по прямому назначению их. Все. Это верхушка гор Биокова. Святого Юрия, кажется, пик 1700 метров. Закатился. Сейчас по GPS среднюю еще посмотрю. Кругом красотища. И сами горы. Полно всяких старых построек древних хорватов, каменных. То там, то сям. Домики виднеются, заборчики. Ладно, пока все. Святой Юрий, 1762 метра. Здесь даже его церковь стоит, уж не знаю, что там осталось натурального.
Церковь Святого Юрия. На самом пике стоит антенна ретрансляционная. Ну, широкого назначения, скажем. Ходим вокруг пика Святого Юрия. Мы примерно на уровне небольших дождевых облачков. Но они близко к пику не подходят. Так, над долиной летают, нас не трогают. Солнце тут светит крепко. Но у меня есть отличная шапка, чтобы ему противостоять. И она со своей задачей справляется. Хоть и хуже, чем велосипедный шлем, но тут уж что-то есть. Видна змея автострады.